тема сформулирована как синтез культуры в трудах Рерихов и мыслителей Серебряного века. Ну, акцент, в общем-то, будет, наверное, именно на синтезе культуры, или даже можно точнее сказать, на космосе культуры. Потому что в рериховском понимании, в общем-то, с этим созвучно то представление, которое было о культуре у таких ярких представителей конца 19-го, начала 20 века, часть которых мы с гордостью относим к великой плеяде мыслителей-космистов, оно созвучит, в общем-то, этому определению, ибо культура является собой такой многообразный, многоуровневый, многокачественный синтез. И смысл этого синтеза уже заложен в символе знания мира, который вы видите. Все, наверное, знают, но я еще раз повторю, что одна из многочисленных трактовок у этого эпохального символа, который прошел по рекам и народам, и поэтому не случайно был выбран Николай Константинович как знак охраны высших достижений человеческой культуры. Это синтез науки, искусства, духовных учений или религии в общечеловеческом круге культуры. В трудах Рериха вы можете часто встретить именно это утверждение, говорящее о том, что культура в сути своей общечеловечна. Это не исключает того, конечно, что есть различные аспекты культуры, как лучи вот этого, этой сияющей триады, через это вот пространство круга культуры. И эти лучи, конечно, могут уже выявлять национальные культурные особенности того или иного народа. Но надо сказать, что есть странные народы, в которых тоже звучит свой синтез, звучат свои аккорды вот этих культурных достижений. И поскольку Россия, Советский Союз, как было при Рерихе, они его называли Союз просто, является многонациональным государством, поликонфессиональным государством, то, конечно, и каждый народ, входивший в Советский Союз, и сейчас входящий в Россию или в Содружество независимых государств, а сейчас уже это постепенно переходит в Евросоюз, пока что есть экономический, но уже даже в последнем послании президент говорит о том, что настрой такой есть на создание более масштабного, очень просто экономического. Вы, наверное, имеете Евразийский союз. То, конечно, и культуры различных народов, которые входят в это сообщество, они тоже будут созвучать этим полноценным синтезом общих достижений. Рерихи, опираясь на учение живой этики и сокровенные доктрины древних знаний, считали, что нет противоречия между духом и материей. Ибо в начале всех проявлений существует единая духоматерия. Если хотите, можно говорить о матери и отце всех вещей, которую многие из мудрецов называли Богом, Единым, Абсолютом, Брамой, Дао, Эйнсов и так далее. Из этой основы происходят разные ступени преображения и проявления, и разворачивается эта абстрактная, единодухоначальная такая субстанция, и нет даже различий между субстанцией энергии на том уровне, она разворачивается во все дифференцированные состояния проявленных форм бытия многообразных. На одном конце проявления максимально сублимированная материя, на другом конце мы можем максимальную степень утонченности, то, что называется духом. И материю можно называть, как говорится,
функциями, из которых состоят, которые включают, функционируют наши проявленные тела. Культура, как одна из высших оболочек всех сфер жизни в биосфере, названная ноосферой, согласно учению Владимира Ивановича Вернадского и Тьяра де Шардена, она связывает миры более духовные в нас и вовне, и миры низшие, более грубые, давая таким образом им совершенствоваться, создавая определенный градиент восхождения до совершенствования. И таким образом реализуется космическое эволюционное призвание всех живых существ к духовному совершенствованию. Ну, если говорить языком той же, например, алхимии, говоря о духе и материи, то уместно говорить или нет о химии, то материя, как сказал один из величайших учителей, посещавших нашу Землю, материя вспоминает свое духовное происхождение, и дух начинает преображать материю. Материя, было сказано, может победить материю, но для этого она должна вспомнить свое духовное происхождение и претворить творчество, претворить уже самим человеком материальные условия в духовные. Вот культура и осуществляет это претворение материальных условий в духовные. Этот процесс эволюции с разных сторон был понят великими древними мыслителями Индии, Китая, Египта, Греции, Халдеи и выражен в мифологических, философских, религиозных формах, доступных уровню сознания людей того времени. Но их язык был явлен на нескольких уровнях. Это обыденный язык, доступный многим понятиям. Это, если угодно, образы смысла, свернутые в иероглифы. И половина человечества именно имеет письменность иероглифическую, и не только сейчас, а из древних времен, тот же самый Египет, вы знаете. Это прекрасно. Кроме иероглифов есть символические насказания, знаки, числа, геометрические фигуры. И много давалось иногда в парадоксальных формах, ну, тех же насказаний или антиномий. Для чего это делалось? Давалось свыше, давалось из духовных сфер, давалось учителями человечества, давалось через своих наиболее творческих, наиболее духотворенных и чистых посредников, которые и создавали культуру. Будь то ученые, будь то подвижники религиозные, будь то деятели искусств, писатели, поэты, художники, музыканты. Для чего вот такие вот формы, которые мы находим практически в разные эпохи, во всех проявлениях культуры и ее высших творениях? Иногда на первый план чаще всего выходят проявленные, воспринимаемые и умозрительно читаемые формы. Сзади иногда прикрыто стоят эти символы. Иногда, наоборот, это меняется. И в некоторых трудах мы можем видеть символику, иероглифичность, абстрактную образность. И требуется определенная внутренняя культура для того, чтобы применить ее как определенный пробный камень, как инициирующее начало самого человека, для того, чтобы расшифровать эти знаки, символы, которые, в общем-то, являются вехами становления вот этой общечеловеческой культуры и ее развития. А для чего это делалось, особенно вот там в некоторые периоды, такие, например, как средние века? Да просто потому, что были очень сильные гонения на носителей знаний. И это с одной стороны. Иногда конфликтовали религиозные системы, мировоззренческие системы, которые пытались утверждать. Ну, это традиция герметизма, вы это знаете. Это та же самая алхимия, астрология, каббала, которые были проявлены. Они все имели вот такие способы шифрования текстов. А иногда это делалось для того, чтобы защитить от профанации.
не из-за гонений, а для того, чтобы сокровенное знание не стало предметом невежественных толп, которые бы превратились практически в разбрасывание бисер перед свиньями. И это не мое высокомерное высказывание, это говорили сами те носители высоких знаний, которые вынуждены были постепенно приоткрывать вот эти смыслы и давать постепенно это знание. В средние века знание мудрых все более затуманивалось большинство религиозных и философских представлений. И поэтому вот вынуждены были такое вот покрывало, покров такой создавали над этим. Но это не значит, что культура не проявлялась. Культура могла проявляться как на уровне сеяния зерен, ибо даже мысль пространственная, которую запускали, пусть даже немногие, и пусть запускали непроявленно в бытовавших и понимаемых в иходе смыслах, все равно эта мысль сеяла семена и в ауре отдельных людей, и в ноосфере планеты. И в ноосфере планеты, которую мы договорились считать носителем, пространственным носителем культуры, потом я просто процитирую Владимира Ивановича Ревнадского, чтобы это было доказательно, почему это так. В самой ауре, если хотите, одухотворенных слоев ноосферы содержится очень много прообразов, проформ бытия, которые имеют свою циклическую закономерность, воплощение. И есть определенные силы, как сверху, так и снизу, которые осуществляют в то или иное время воплощение тех или иных смыслов в той или иной стране или местности. Почему снизу? Сверху, казалось бы, понятно. А почему снизу есть такие силы и магниты? Да потому что существует закон, по которому идеи пространства воплощаются в действие. Это формула изучения живописи. Это формула, которую повторял Николай Васильевич. А как помочь этим идеям пространства, светоносным идеям, которые и являются путеводными звездами, облагораживающими восхождение сознания человечества, как помочь ему к срокам определенным взращивать из зерна, взращивать стебель, взращивать цветы, плоды, запускать новый цикл? Это делают магниты, это делают те, кто опередил свою эпоху, те, кто уже иногда на сотни, на тысячи лет вперед знает по законам определенным космических сроков, по законам ритмов и циклов космических, знает ход эволюции. И тогда возникает необходимость прокладывать эти ближайшие пути. Ну, за примерами далеко ходить не надо. Андрей Первозванный, как вы знаете, да и вообще апостолы, были посланы Христом в разные места, нести весть Христа. Но это была не только проповедь Евангелия, проповедь великого учения любви, сострадания, мудрости, но это были вехи будущих рассветов, будущих цивилизаций. Надо сразу сказать, что с позиции Рерихов и с позиции некоторых мыслителей-космистов, ну, в том числе таких, как Бердяев, например, Николай Александрович, культура – это более высокая категория, чем цивилизация. Культура – более вечная категория. Цивилизация приходит и уходит. Цивилизацию можно создать за десятилетия, как писал Николай Константинович. Возникают какие-нибудь открытия, а Вернадский считал, что в столетие появляется фокусировка во времени гениальных людей, мыслителей, творцов, которые дают этот импульс. И потом это разворачивается. И вот таким образом в макромасштабах или в меньших масштабах периодически происходит инициация оплодотворения новых слоев ноосферы. Великими людьми, которые получаются случайно. Ну, например, вы знаете, что был великий рассвет где-то там 4-5 век в Греции, когда
одновременно жили великие философы Платон и так далее, возникает целая школа там, неоплатонизма. В это же время мы можем видеть в Китае такой рассвет, появляются там такие учения, как учение Лао Цзи, Дао Дэ Цзин, потом это уже и дает целую магистраль направлений, исследований. Десятки тысяч существуют трудов, которые были освещены вот таким гигантским импульсом. И это, эти ритмы в истории можно проследить. Так вот, такие как апостол Первозванный, как Андрей Первозванный, такие как апостолы Христа, они шли по определенным местам. Андрей Первозванный прошел через Кимею, через Косунь, через вот наш Крым, если угодно. Пошел к Семи холмам, которые еще были холмами, где в будущем должен быть зарожден Киев. И дошел до Старой Ладоги, до первой столицы Руси. И, кстати, нужно сказать, что именно Старой Ладоги в какой-то степени обязано имя, которое Николай Константинович называл свою замечательную супругу Лада. Лад, гармония, красота, если угодно. Почему Старая Ладога? Почему Николай Константинович еще с молодых лет интересовало вот именно это? С одной стороны, это как раз магниты и зарождение очагов цивилизации, которые на энергии культуры воспользуются, и которые, зайдя из старья, начинают питаться этой энергией культуры. Что сейчас и происходит? Умирает цивилизация, начинает вампиризировать энергию культуры. Ну, примерно так, как Луна, которая сперва становится матерью человеческого рода, а потом есть и негативные аспекты лунных излучений, вы это знаете. Так вот, Николай Константинович, его, конечно, интересовали пласты древних таких вот истоков цивилизации, истоков славянства, и, конечно, начиная с 9-10 еще лет, он участвовал в раскопках курганов и звали, начался Плата. И также вот это интерес был к Старой Ладоге. Но интерес Старой Ладоги еще, наверное, был вызван другими вещами. Он был вызван тем, что это граница язычества и христианства. Это граница царства викингов, Юриковичей. И оттуда вот началось фактически взаимодействие северной и южной волны в истории культуры. У Дмитрия Сергеевича есть просто работа, посвященная взаимодействию этих волн. С одной стороны, идет вот воинственный настрой с севера, который до этого был сформирован, закреплен теми же самыми викингами. Ну, есть разные теории, нормандская теория, есть другие теории, есть споры по этому поводу. Сейчас не буду на этом останавливаться, но тем не менее он с этой волной пошел. И пошел в Византию, в христианство. И мы можем видеть по нашей истории как бы интерференцию этих волн, схождение этих волн. Когда религиозность преобладает над светскостью, над воинственностью, над государственностью, или наоборот государственность преобладает, и тогда начинается что? Тогда начинаются реформы Петра или Ивана Грозного, как вы понимаете. Это болезненный процесс, но он готовит новый взлет. Он готовит новый взлет, он создает условия для цивилизации, и он в чем-то помогает, если хотите, аккумулированию энергии культуры, пусть она аккумулируется невидимо, а потом расцветает. Но мы это хорошо знаем. Вот, люди примерно нашего поколения, возраста, в отличие, к сожалению, от молодежи, хорошо знают, что в советское время на кухнях, в каких-то клубах, которые не очень афишировались, аккумулировались очень интересные знания, были творцы этих. А если это проявить, понимаете, то как за доктора Живаго, которого находили, сразу хотя там можно, могут печь. Или в этом случае, вы знаете. За самоздатость и так далее. То, что сейчас лежит все открыто, тогда было под спудом. Это, конечно, относительно столетий, тысячелетий микроволны. Но есть закон аналогии. И по этому закону аналогии все повторяется. Говоря о культуре и говоря о циклах культуры, конечно, нужно говорить, что это спиральная. Развитие культуры имеет спиральное, выступающее такое развитие, расширяющее спираль.
Но как любое воплощение духовного начала, любое воплощение вот этого импульса, вот этой божественной триады, если угодно, ее можно также назвать Атма, Будхи и Манас, ее можно называть Отец, Сын, Святой Дух, и всегда в нем будет присутствовать женское начало, как в Будхе, как в Святом Духе. Древние христиане это знали, сейчас в некоторых церквях это осталось еще присутствовать. Так вот, есть определенные закономерности. Ну, для примера этих закономерностей разные философы, разные мыслители, культурологи пытались давать свои какие-то аналогии, описания для этих закономерностей. Мне и, в общем-то, и Рерихам, конечно, был ближе всего восточный взгляд на эти процессы. И вот такой вот четырехтактный двигатель разворачивания культуры в истории описан Свами Вивекананда. Свами Вивекананда говорил, я своими словами изложу, просто у меня где-то есть цитаты, не буду просто тратить свои имена. Свами Вивекананда говорил, что существует период эпохи Браминов. Брамины – замкнутая система, они владеют знаниями. Знание передается по кастовой линии. И это знание сохраняется, иногда рафинируется знание, оно защищено от профанации, насколько работает эта традиция, и не очень-то распространяется и не очень-то оплодотворяет культуру, которая подразумевает, что это знание в разных степенях, в зависимости от способности восприятия, будет доступно разным слоям людей. Но после браминов закономерным образом исторически наступает время правления кшатриев, воинов. И воины уже в силу своей специфики, Вивекананда, кстати, был кшатрием, и воины в силу своей специфики, они уже вынуждены охранять монастыри, охранять княжество, охранять устои, делать набеги, защищаться. То есть уже происходит какое-то взаимодействие внешнее, какое-то выявление внешнего. И тем не менее, поскольку эта иерархия, особенно в древности, существовала не такой законсервированной и не такой догматичной, как она сейчас уже осталась, поскольку эта иерархия каст или вар в Индии, в начале, в истоке своем, если вы познакомитесь с Ригведами, с Упанишадами, означало внутренние качества человека. И эта иерархия по природе внутренних качеств человека. У кого проявлено в силу духовных накоплений больше, тот имеет право быть учителем. Ну, в своем круге, конечно, я не говорю сейчас о великих учителях. Есть склонность к воинству, есть склонность к торговле и так далее. Это, например, эти же слои иерархические или их образы какие-то, в разной степени размытости, мы можем наблюдать и сейчас в социуме. Ну так вот, его при войнах начинается кристаллизация культуры уже. Уже начинается вот это вот семена, эти знания начинают уже где-то оплодотворяться, и культура достигает своего определенного рассвета. Она сиять уже начинает, культура. А потом приходят торговцы, вообще приходят торговцы. У них уже накладывается доминанта рынка, выгоды, они начинают профанировать смыслы культуры, их суть. Но они разносят эту культуру, понимаете? Они разносят культуру, как пчелы берут и пыльцу с одних с этих самых цветов на другие, и происходит оплодотворение, происходит какой-то вот такой интергенетический процесс, благодаря которому жизнь имеет возможность полноцветного рассвета и нет вот этой самой гомофилии царской фамилии Романовых, которая оказывается губительной. Также происходит не только за счет торговцев, так происходит и определенные более низшие слои кшатриев, которые уже на границе с торговлей, потому что каждая из вот этих категорий имеет свои подслои на самом деле, конечно. Ну что, вот кочевые племена. Кочевые племена, которые описывал Юрий Николаевич Рерих, они и
химеры. Это термин Льва Николаевича Гумилева. Каспийскую химеру, когда идет какая-то вот такая частичная оседлость, и с местной культурой смешивается то культурное своеобразие, которое приносит кочевые народы. Таким образом, возникают условия для прививки своего рода, для рассвета новых качеств культуры. Средиземноморская культура, когда там эти самые какие-нибудь там испанские бабушки качают арабских этих самых внучков и так далее. Разносят, значит, торговцы это и профанируют. А дальше идут шуды. Рабочий класс. И Великанат говорит о том, что при них культура находится в максимальном упадке, а они больше всего требуют комфорта, они больше всего требуют уюта какого-то, требуют благ земных больше всего. И именно из-за этой полярности, как мы видим, власть и средства имеющих, и бедняков, возникают вот такие конфликты, контрасты и прорывы. В результате возникает революция. В результате возникает прорыв. Так вот, когда к власти приходят шудры, то максимальный упадок максимальной культуры и идет как бы ну, то, что мы в какой-то степени даже видим сейчас, хотя это несколько смешанные касты стали, мы видим в Европе, что Европа попала в ловушку достижений и благ цивилизации. Это что значит? Это значит нет духовного воспроизводства. Это значит нет символа духовного творчества и преображения. Их не гонят никакие пассионарные толчки. У них все есть. Даже искусственными какими-то приемами, вот вы помните, Владимир Григорьевич говорил о столе, что что-то там подумывают, когда будет еще больше усилено техническое развитие и все будет автоматизировано, рабочая сила, значит, человеческая никому не нужна, значит, нужно какими-то, пусть даже искусственными приемами сделать, значит, оплачивать людям, как вот в Швейцарии происходил референдум, просто выплачивать деньги и все. Ну или придумывать какие-то, знаете, самые иллюзорные способы труда, чтобы это было. В Китае целые города есть. В Китае есть целые города небоскребов, которые строят только ради того, никто не живет, строят ради того, чтобы рабочая сила была. И в Индии на перенаселенности такое бывает. Меня очень поразило в азиатском обществе в Калькутте, когда, значит, мы, значит, были со съемочной группой, занимались съемкой всех рейтинговых мест азиатского общества в Калькутте, одно из таких вот мест, связанных с коллекцией, особенно Юрий Николаевич, там издали, происходили его книг, Губернал и другие. Мне очень поразило, что там, значит, есть много очень лишних работников, которые, казалось бы, нужны. Есть человек, который сидит целый день, ничего не делает, только подносит чай в случае того, как когда придут гости к руководству или там заместителю генеральной столицы. И вот таких вот, понимаете, казалось бы, ненужных функций много именно из-за перенаселенности. Это что говорит? Это говорит о том, что не проявлены творческие способности людей. Непроявленные творческие способности людей, почему? Потому что живая культура оказалась непривитой. Вы спросите, почему такое в Индии происходит? А в Индии, понимаете, что происходит? В Индии, конечно, это великая страна с богатой духовной традицией культурной. Она имеет культурную преемственность. Культурная преемственность все время освещается и поддерживается религиозностью всего народа и чуткостью всего народа. Но когда возникает как бы самодостаточность и уверенность, что все уже открыто, изобретено и все уже сказано мудрецами, что уже этот абсолют практически проявлен, возникает тоже тупик. Ведь это высшие слои культуры, они имеют тоже свои ловушки, если угодно, в религии. Поэтому так трудно было Елене Петровне Половацкой, например, пробивать вот эту скорлупу и показывать индийцам, что в основе это была жизнь.
духовность, постоянно меняющаяся духовность была. Они законсервированы в цитировании Вед или Упанишад. И когда начинается вот такой узкий подход, это не только к религии. В учении храма, например, говоря о принципе соответствия, учитель Иларион говорит о том, что притупляется способность и ученых, и геологов, и астрономов, и других направлений, если они исследуют какую-то узкую подробность, если они, понимаете, как род норов ограниченного, если из этой норы будет виден только маленький кусочек звездного неба, как в притче Виканада, которая на парламенте религии рассказывала сказку о лягушке, которая считала, что ее маленький колодец – это целая кира. И небо видно, казалось бы, вода есть, все, и что еще нужно. Понимаете? И оказывается, атрофируются определенные способности восприятия духовных истин, определенные способности чувствительности и воспроизводства творческого, если человек замыкается от своих границ. Нужен синтез, нужен взаимодополняющий синтез и расширение сознания. А это и есть путь к истине, к вечно живой истине, к вечно обновляющейся истине. К тому каждому мгновению, о котором очень любил говорить Святослав Николаевич, который каждое мгновение дарит что-то неожиданное, дарит свою красоту, открывает знак в неожиданных совершенно проявлениях пространства, открывает какие-то стимулы. И мысли все время обогащают мыслепространство, обогащают наше творчество. По большому счету идет многовековое пахтание океана. Вот этот самый символ, который Индия принесла, пахтание океана богами, добывание аврита, вы, наверное, его знаете. Вот это, когда они там Кумбабеллу эту самую получили. И потом, кстати, когда они уже там украли демона эту Кумбабеллу, расплескали частично, знаете, все стоят определенные глубокие смыслы. Так вот, мыслители, подвижники, герои, прежде всего мыслями своими, прежде всего своим творчеством, опытом, они пахтают океан биосферы. Они добывают из него эту амриту. И если это легче делать в наиболее тонких, утонченных слоях, просветленных уже культурой, достижениями прошлого, то это очень трудно делать, когда мы подходим к слоям сознания тех же шубрик, понимаете, или тех же ваших торговцев. И вот почему мы сейчас видим, когда идет доминанты экономики на всемки, когда более низшая составляющая в этой иерархии биосфер начинает претендовать на вершину, происходит переворачивание пирамиды, происходит глобальная подмена, когда экономика руководит культурой. Когда чиновники, которые имеют политическую ангажированность и по каким-то там личным связям, по блату, там, еще как-нибудь, или как у нас иногда в Думу, значит, за деньги просто люди попадают и начинают и законами, и методами управления управлять талантливыми людьми. Николай Константинович говорил, что искусство – это сердце народа. Разум, мозг – это знание народа. Именно руководствоваться можно знанием и искусством, знанием и сердцем можно руководствоваться, а не желудочными инстинктами, которые свойственны экономике. И если в этом едином организме будет все и в иерархическом порядке, то мы будем жить в другом мире. И Вивеканда докончает рассказ о своем четырехтактном циклическом двигателе. Было бы прекрасно, если бы можно было бы совместить лучшие качества, неагрессивные качества браминов, кшатриев, вайши и шуд. Взять самое позитивное из этого. А самое позитивное как раз и есть состояние культуры. Тогда можно было бы прийти к новому совершенно миру. Сейчас это невозможно, говорит Вивеканда, а это было сказано, если не ошибаюсь, где-то в 1886 году. Но это обязательно будет. Он предсказал революцию. Он предсказал революцию, Великую Октябрьскую революцию предсказал. Другое дело, он сказал, что, возможно, революция будет или в России, или в Китае. Вот через эти закономерности цикла и ритма можно... Сколько времени осталось? Нет. Вы меня предупреждаете?
отвлекаться. Итак, значит, о Господи, если так все принадлежит. Еще вопрос вам задать. Если мы говорим о науке, то вот этот импульс в пробое, если хотите, сверху, на который ответили магниты снизу, конечно, высшие мысли посылаются всегда сверху. Конечно, есть мысли, которые, как я уже говорил, которые, может быть, были уже заложены как зерна в высших слоях ноосферы, пусть даже тогда это и называлось ноосферой, точнее это назвать уже акашей, вот где, где идет сама природа, сам закон, точнее, форма образования начинается. Это высшие слои акаши. И вот, конечно, это закладывалось на целые циклы. Там нет нашего приличного времени. Там есть личность, там есть мгновение, и это все слито. Там есть капля, которая становится океаном. И каждый человек, по большому счету, это капля, которая может с помощью энергии культуры гармонизировать себя и тем самым гармонизировать океан. Но для этого оболочка этой капли должна быть прозрачно чиста. А вот, к сожалению, это божественное зерно, божественное начало, которое есть в каждом из нас, и которое может воспринимать эти высшие дары эволюции, оно покрыто очень многими оболочками затемненными. И задача каждого человека через энергию культуры, через собственное устремление просветить вот эти самые оболочки. Итак, этот импульс в науке, например, он приходит как эволюционный скачок, ну, был, конечно, такой скачок при Ньютоне, скачок 19 века, я вот недавно об этом говорил, начиная с 1795 года, каждый год стали происходить открытия. Электрон, рентген, радий, 1905 год появилась специальная теория относительности Эйнштейна с его публикацией «Электродинамики движущихся тел». И она уже связывала законы небесной механики с пространством и временем через скорости, приближающиеся к скорости света. Позже, 1905-1917 год, Эйнштейн разработал ее в более общем виде общей теории относительности с использованием полей тяготения и связи кривизны пространства и времени с материей, открыв после торжествовавших 200 лет механики Ньютона новые более тонкие сферы познания свойств пространства, времени, причинности, материи и энергии. Атомы, частицы, лучи уже заговорили, они стали проявлены. Это все было в высших сферах, понимаете? Эти все знания были, все эти пространства уже были. Они стали проявлены в сознании. Они стали оплодотворять и преобразовывать вот это через пахтание этого океана, через этих посредников, которые дают этот импульс, стали уже преобразовывать наш мир, и возникает эта цивилизация. Появляется 25-26 год Гайзенберг, заложена основа квантовой механики, которая началась с представления Планка о квантах излучений частиц в атомах. Это 900-й год у него уже было в декабре. И квантовая механика, открытие астрофизики, антропный принцип привели к необходимости включения сознания самого человека в более высокого начала, потому что нет сознания человека каждого без более высокого начала, отражением которого является каждый из нас. В описание свойств материи, в изучение свойств материи, взаимодействие со свойством материи. То есть сознание начинает онтологизироваться, хотим мы этого или не хотим. И возникает другое отношение, пусть даже пока что отдаленно, туманно, к самой природе мысли. Ибо мысль-то и связана с этими всеми мирами. Мысль-то как раз и является главным пестиком вот этих повтающих, которые крутят этот самый океан всей этой материи. Здесь как раз уместно, наверное, сказать уже о представлениях Владимира Ивановича Вернадского. Ну вот он говорил о том, что
Кавказского. Он, значит, говорил о том, что существует смелое, очень смелое было его такое юристическое предположение о существовании биогеохимической энергии, которая связывает разные иерархические уровни от литосферы, гидросферы, атмосферы, и дальше уже идет слои наносферы, то есть то, что человек создал своим трудом. Но труд может быть и умственный труд, труд может быть и труд мысли. И поэтому Вернадский очень часто обращается к научной мысли, как к планетному явлению, преобразующему все жизненные процессы. Более того, он говорит о том, что с начала 20 века ноосфера укрепляется, рождается, возникает проявление ее более тонких слоев со скоростью взрыва. И действительно, посмотрите по историческим меркам, после вот этих открытий, о которых я говорил в конце 19 века, взрыв буквально. Еще 150 лет там, понимаете, другие средства передвижения, другие средства коммуникации, все это. И все это в сознании людей. Все это напрямую в сознании людей, понимаете? И все это дает возможности выявления творчества. Но с другой стороны, если не организована и не кристаллизована энергия, которая стала в других масштабах, планетарных масштабах проявляется, это энергия утонченная. То, что происходит в ее рассеивании. И мы это видим. Происходит расползание этой энергии. И только очень немногие сохраняют этот кристалл высшего достижения культуры. И когда власть приходит к шутам, тогда практически уже не становится творцов культуры. Вот и сейчас у нас такое время, все решает торговля, все решает экономика. А где вы видите тех гениев культуры? Ушли. Нам посчастливилось защищать международные лиги защиты культуры, посчастливилось иметь таких людей, как Виктор Сергеевич Лихачев, Борис Викторович Ушельбах, как они кушали, просто посчастливилось с ними общаться и работать, какие-то там совместные труды, даже были экономить. Были яркие фигуры, и в науке были такие яркие фигуры, в России там был, Яшин Академия был, другие были, конечно, не только в России они были, Пригожин, ну и так далее. Значит, на глазах это все тает. И поэтому возникает уже муравей, который как бы перерабатывает уже то, что они сделали ранее. А вот новых прорывов нет. Это же к чему говорит? Это говорит тому, что мы подошли к самой границе этой революции. Вернадский будет это понятие биогеохимической энергии. Он говорит, это новая форма биогеохимической энергии, которую можно назвать энергией человеческой культуры. Или культурной биогеохимической энергией является той формой энергии, которая создает настоящее время ноосферы. И далее. Создание на нашей планете культурной биогеохимической энергии является основным фактором в ее геологической истории. Геологической. То есть создание культурной энергии было заложено, когда только из туманности создавалась Земля. Когда еще только возникала вот эта так называемая геология, понимаете? Мысль вот эта, идея уже была это заложена. Свыше она была заложена. Дальше. Оно подготавливалось в течение всего геологического времени. Основным решающим процессом здесь является максимальное проявление человеческого разума. Но по существу это неразрывно связано с усилием биохимической энергии живого вещества. Носителями и выразителями этой энергии являются люди. В мире реально, пишет Вернадский, существуют только личности, создающие и высказывающие научную мысль, проявляющие научное творчество, духовную энергию. Вот для него что самое реальное. Они повторяют этот океан. В мире реально существуют только личности, создающие и высказывающие научную мысль, проявляющие научное творчество, духовную энергию, научное творчество, духовную энергию. Дополнительный импульс для мышления в этом направлении был дал Владимиру Ивановичу Вернадскому, священникам, ученым, человеком тоже носителем синтеза вот этого, о котором мы говорим, отцом Павлом Флоренским, который предположил существование в биосфере особо стойких, проработанных духом вещественных образований, таких как произведения искусства. Они составляют особый слой, который он назвал пневматосферу. Это мистическое, гипотетическое предположение отца Павла Флоренского. И он говорил, что в этом, значит, слое особая часть вещества вовлечена в кругооборот культуры, или точнее, кругооборот духа. Это заставляет, пишет он, подозревать существование и соответствующей особой сферы вещества в космосе.
То есть он говорит о том слое ноосферы, в которой откладываются энергии человеческой культуры. И они живые, они периодически, как мы вначале говорили, могут в законных циклах проявляться, транслировать другие мысли, если есть способность воспринимать их. Исходя из положения учения биосферы и ноосферы, можно сделать вывод, что социально-культурные формы организации живого вещества, развивая ноосферу, ускоряют эволюцию живого вещества биосферы, что происходит в значительной мере через действие мысли, в том числе научные, как планетного явления. Биогеохимическая энергия поддерживает эту иерархическую целостность эволюционирующих слоев ноосферы. А культура выступает как объединяющее начало, творчество природы и творчество наиболее одухотворенной части человечества с творчеством духа, который самореализуется и самоорганизуется, проявляясь через многообразные формы творения. Понимая самые утонченные формы, материя, переходящая в энергию, проникает в космическое пространство, сочетаясь с высокими энергиями других миров. Таким образом, человеческая культура становится лестницей для восхождения к более высоким мирам и с более совершенным состоянием жизни в беспредельной цепи эволюции. У Рерихов родственным понятием биогеохимической энергии была психическая энергия, конечно. И Рерихи обобщили это понятие за многие тысячелетия. Можно сказать, вот вы знаете, это знаменитое определение Николая Константиновича, в котором заложены уже все принципы культуры. Я повторю здесь для тех, кто нас будет смотреть уже в сетях. Культура есть почитание света, культура есть любовь к человеку, культура есть благоухание, сочетание жизни и красоты. Культура есть синтез возвышенных и точенных достижений, культура есть оружие света, культура есть спасение, культура есть двигатель, культура есть сердце. Если соберем все определения культуры, мы найдем синтез действенного блага, очаг посвящения и созидательной красоты. Так вот, говоря о синтезе, мы должны вспомнить, что синтез был и прослеживается и в истории различных школ и направлений искусства. И в науке он прослеживается, в научной мысли немножко мы этого коснулись. В искусстве он прослеживается таким образом. Впрочем, как вы видите, дух погружается в материю, дух жертвует своими возможностями, свободы, он начинает преобразовывать эту материю, вот как это самое при Пахтане необходимо сделать, погрузиться в эти волны, расшатать их, или как Елена Ивановна часто приводила пример, как возникает психическая энергия, когда ангелы возмущают воды, в напряжении, в битве она возникает, эта психическая энергия, способная к трансмутации более низших слоев. Так и здесь. И потом более утонченно, уже за счет духа, материя выносится наверх. Но дух уже не тот. Он уже набрал опыт. И таким образом происходят вот эти самые циклы, круги эволюции, большие и малые круги и так далее. Это все описано в тайной доктрине Блаватской. Можно проследить это на примере, научных открытий и изобретений, грубых форм, более тонких немножко мы сказали. А вот ситуацию усугубило состояние искусства, в котором, как и в науке, поляризация сил стала проявляться во второй половине прошлого века, отчетливо. Стремление к синтезу искусств начинается еще у Меллармэ. Они достигли высот этого синтеза в музыкальной драме Вагнера, где соединилась и мифология, соединилась в этом синтезе, соединилась сущностный вещь истории с самой фактурой музыкального произведения. Это было окрашено в мистериальном творчестве символистов. И возникает соборное теургическое искусство, как своеобразное эхо сакральной эллинской поэтики,
Это особенно ярко чувствуется в теоретиках, символизма таких, как Вячеслав Иванов. Возникают творцы, личности, которые сочетают в своем творчестве синтез. Ну, например, Чурлёнов, живописи, музыка, вы это все знаете. Волошин, поэзия и живопись, такое яркое проявление Максимилиан Волошин. Блестящим выразителем синтетических мистериальных стремлений и глубинной свободы средствами искусства, созидающего новые миры, стал Александр Николаевич Скрябин. Ему не хватало одного музыки. Он не успел сделать свое последнее предварительное действие, он хотел делать целую мистерию, строить храм в Индии. Просто не смог. Рано заболел, умер, просто заражение крови получил. Музыка, хоровое пение, свет, цвет, поэзия, философия сливаются у таких вот синтетических творцов в единое целое, в грандиозное действие. И они насыщают, конечно, всю реальность определенной пластикой форм, тонкой живой светоносной материи. И это, конечно, сказывается на сознании людей, даже которые не очень знакомы с этим. Они меняют сами свои сферы, которые нужны как воздух человеку, духовный воздух. Он дышит, не задумываясь, чем он дышит. Но вот алхимик-то, например, хорошо знает, что просто химическим путем полученный кислород, это не тот кислород будет по энергетике, который хвойные деревья, поглощая, ну вообще деревья, поглощая углекислый газ, они выделяют кислород. Другое свойство. Также не другое свойство. Получен огонь из угля, получен огонь из дерева, получен огонь из газа, разные качества. Но он пока что не точно отличает. А вот потом в искусстве происходит расчленение. Распад происходит этой самой материи светоносной Москвы. Мы можем в истории школы искусства проследить это. И вот такие традиции в истории, как кубизм и футуризм, они дают расчленение самой материи. Ну вот, Бердяев описывал кубизм Пикассо, и он, описывая, с горечью констатирует: пропала радость воплощенной солнечной жизни. Зимний космический ветер срывал покров за покровом. Упали все цветы, все листья, содрана кожа вещей, спали все одеяния, вся плоть, явленная в образах нетленной красоты, распалась. Кажется, что никогда уже не наступит космическая весна, не будет листьев, зелени, прекрасных покровов, воплощенных синтетических форм. Совершается как бы таинственное распластовывание космоса. Все более и более невозможно становится синтетически целостное художественное восприятие и творчество. Все аналитически разлагается и расчленяется. Таким аналитическим расчленением хочет художник добраться до скелета вещей, до твердых форм, скрытых за размягченными покровами. Понимаете, что происходит? Материальные покровы мира начали разлагаться и распыляться и стали искать твердых субстанций, скрытых за этим размягчением. В своем искании геометрических форм предметов, скелета вещей, Пикассо пришел к каменному веку. Но это призрачный каменный век, говорит Николай Александрович. А дальше был еще футуризм. Еще больше дематериализует плоть и угнетает дух. И по этому поводу тот же самый Бердяев говорит: это сплошное нарушение черты оседлости бытия, исчезновение всех определенных очертаний образов предметного мира. В искусстве футуристическом стирается грань, отделяющая образ человека от других предметов, от огромного машинизированного чудовища, именуемого современным городом. Человеческий образ исчезает в этом процессе космического распыления и распластовывания. Футуристы хотели бы с пафосом добить и испепелить образ человека, всегда укреплявшийся отдельным от него образом материального мира. Когда зашатался в своих основах материальный мир, зашатался и образ человека. Дематериализующийся мир проникает в человека, и потерявший духовную устойчивость человек растворяется и в разжиженном материальном мире. Футуристы требуют перенести центр тяжести из человека в материю. Вот ваша машинная механическая цивилизация, с чего началась. Но не только. Еще до того, как в искусстве был проявлен футуризм, был манифест Маринесси. И это была идеология фашизма. И все, что произошло с фашизмом, это распластовывание этого, этой плоти.
Это попытка разобрать социальную плоть и культуру, которая была накоплена за тысячелетия, чтобы выбрать оттуда какие-то зерна, которые нужны были для утверждения национальных идей. Общечеловеческую культуру перевести, которая дополняла друг друга в синтезе всех народов и искусств, перевести в свою, поставить искусственную иерархию, демоническую иерархию, подчинить все расы и народы только этой идеологии варварской совершенно. И, конечно, это можно было сделать только силой и разрушением всего остального. И рабством остальных народов. Особенно славянских народов. Почему славянских народов? Потому что эволюционный цикл подошел к тому, что именно славянских народов, и в языке это было понятно уже. С Кириллом и Мефодием это уже было ясно. Кирилл и Мефодий принесли не только язык, не только какую-то весть от этой голубиной книги, о чем Ирина Алексеевна будет рассказывать, они принесли неоплатонизм сюда, они принесли идеи Платона, они начали цикл воплощения идей. Это отдельнейшая, интереснейшая область, это генезис, это культура генезиса, если хотите. Вот о чем мы говорили, как из этой триады божественность разворачиваются целые пласты сферы. И так мы видим распад и синтез везде. У вас 5 минут. Мы видим распад и синтез. Николай Константинович часто обращался, говоря о связи природы и социальной сферы, где он, в общем-то, уже и проявляется культура. Николай Константинович, да и Святослав Николаевич это очень любил, обращался к эпохе Возрождения. Если эллинская культура, она была более созерцательной, она более ориентировалась к осязательным и зрительным формам, если в нее влился импульс уже индийской культуры через динамику, через песни, через мистериальное обращение к Богу, которое было таким же живым началом, средневековье уже стало превращать какой-то в белую стену, на которой уже выступали знаки и символы, которое уже было сакрализовано в значительной степени. И плоские даже изображения эти были повторяющие Египет где-то. А вот возрождение, ну это требуется времени, чтобы раскрыть вот эти вот тезисы, а вот возрождение, оно снова возвращается к человеку. Оно снова возвращается к полноте возможностей антропоморфных форм. И Николай Константинович очень часто любил цитировать Леонардо да Винчи в связи с именно с соотношением природы и социума. Он, значит, говорил, Леонардо да Винчи говорил, там, где природа кончает производить свои виды, там человек начинает из природных вещей создавать с помощью той же самой природы бесчисленные виды новых вещей. А Джордано Бруно говорил, обожествляя порождающую силу природы, космичность красоты, самовоспроизведящейся материи. Природа мгновенно воспроизводит, природе не надо думать. Природа своей целостности, в своей самозарождающейся основе, она воспроизводит все эти многообразные формы творения. А Бруно говорит, и так пойми, где находится природа и Бог, ибо там находятся причины вещей, смысл первоначала, судьба стихий, зародыши, рождающихся явлений, основные формы, деятельное могущество, все приводящее в движение, все прославленное своим названием первичной субстанции. Это материя, пассивное могущество, всегда проявляющееся в единстве. Нельзя допустить бытия Творца, нисходящего свыше, дающего порядок, творящего извне. Искусство во время творчества рассуждает, мыслит, природа все творит мгновенно, без размышления. Искусство имеет дело с чуждой материей, природа с собственной материей. Искусство находится вне материи, природа в самой материи. Даже более того, она сама и есть материя. Таким образом, материя творит из собственного лона. Она сама и есть свой внутренний творец, живое искусство, изумительное умение, подсказанное мыслью. Сообщающее действие своей материи, а не чужой. Она не медлит, не размышляет, не рассуждает, но все же свободно творит из себя, подобно огню, который сияет и сжигает, подобно свету, подобно несущемуся, свету, несущемуся свободно в пространстве. Понимаете, вот это вот единство великое. Снова возвращение к этому единству.
И человек продолжает дела природы в культуре, в искусстве. Он берет из нее искусственную материю. Один художник берет материю, которую создала фабрика, краски. А такой художник, как Тернер, такой художник, как Николай Александрович Рерих, и некоторые другие художники Возрождения, как Иван Ильич, нет, они сами готовят краски. Они сами берут минералы, они сами их растирают, они сами добавляют масла. Это другое насыщение своей энергии, своей мысли краски. И Святослав Николаевич очень часто любил цитировать дневник Лейбница, в котором он описывает свое посещение Рембрандта. И Лейбниц удивлялся, как Рембрандт может перед началом картины на чистом холсте сидеть и наслаивать состояние будущей картины на пустой холст. Будет плакать картина, будет радоваться, будет восхищаться, восторгаться, воодушевляться. И все это передается через энергию. А теперь представьте, если это начинается на уровне минералов. Вот Николай Константинович, ну, один из ярчайших примеров этого, он делал то, и это алхимия, я считаю, за короткий промежуток времени, когда брал минералы, пигменты, краски, когда он их растирал, когда он грунтовал холст, причем Николай Константинович грунтовал холст не белым, он часто тонировал холст. Он тоже насыщал на него мысли. И создавал картину. Он делал то, что природа делает за миллионы лет. А алхимия как раз в этом и заключается. Ускорение того, что делает природа. В какой-то степени любое искусство ускорение этого. Просто насколько это искусство когерентно, насколько оно конгениально замысл Творца, насколько это искусство способно через самого Творца этого искусства в ту или иную эпоху так расплавить этот материал, эту форму, эту материю, чтобы из нее вылепить наиболее созвучное эволюционной востребованности сроков форму, чтобы эта форма светилась, чтобы это творение культуры помогало другим, освещая их путь к самосовершенствованию, к самопознанию. Вот таких творцов очень много. Но благодаря ним именно и существует жизнь. Благодаря ним мы и живем, и дышим духом, иначе мы все превратились в животных. Иначе бы эта цивилизация всех нас запоела. Цивилизация приходит и уходит. И сейчас мы как раз находимся в тот период, в тот момент, когда рождается новая духовно-экологическая цивилизация. Поэтому не случайно, в силу глубочайшей закономерности, подготовленных тысячелетия, начинается евразийская сборка. Евразийская сборка, конечно, мы видим сейчас только внешне, видим только вот эту самую экономическую подоплеку. Это подошва будущего, это почва, на котором будет взращено семя, давно посеянное семя культуры. И только культура способна создать это общество. Одна из причин развала Советского Союза, на мой взгляд, была в том, что были потеряны самобытные исконные духовные корни. Потому что искусственно, в силу идеологии, начали брали каких-нибудь там, понимаете, имеющих зерно самобытной культуры вепсов, и записывали население русских, переселяли там, понимаете, крымских татар переселяли, евреев переселяли, создавали искусственные автономные области. И, конечно, вот эта культурная самобытность и дух вот этот, который несла каждая нация, каждая культура, из-за этого просто деградировали. Они вынуждены были приспосабливаться, возникало какое-то промежуточное состояние. И страдала общечеловеческая культура, как в организме, понимаете. Организму будет в любом случае плохо. Болят у него почки, или болят у него печень, или как мозоль, так как тебе еще есть заноза даже. Само страдает организм вот это. Михаил Николаевич. Все, я заканчиваю. Поэтому культура – это спасение. Культура несет эту целостность. Культура возвращает это исходное единство бытия. Культура несет эту красоту и гармонию, которая начинает подстраиваться, самонастраиваться. Духовная часть нашего целостного организма, в котором есть это божественное зерно, и которое возвращается в лоно отца и матери его посеющих. Спасибо за внимание. Может, еще что-то говорить. А теперь можно задать вопросы и ответы. Пожалуйста, вопросы. Земледельцы, крестьяне, вот это же название. Они ваши торговцы.
Там были варды. Там были кроме каст были варды, то есть вот эти подразделы внутри каст. Понимаете, вот так же, как вот мы семеричные есть подразделы в разные аспекты, так и здесь это было. И они, в общем-то, относились к часть из них, которые только производили сельскохозяйственные продукты, а давали посредникам. Там существуют, ну, как и сейчас, существуют посредники, а потом несли на рынок, например. А если ты сам производил только вот этот фермер, то есть он относился, если вот это грубое отделение, которое известно, он относился уже к шуткам. Да. А если ты начинал сам продвигать свой товар, обмениваться, включаться, ты переходил уже в тот слой, который бюджет ваш, торговцам переходил. Между слоями, конечно, есть эти лифты. И в чем, в общем-то, заслуга не только вот на этом примере, а в чем заслуга великих, в общем-то, творцов? Они жертвы своей свободы, они могут поразиться самые глубокие слои. Вивекананда пришел к самым нуждающимся, к самым бездомным, понимаете? Он кшатри, он нарушил очень многие кастовые запреты. Он поехал в Америку, нарушая полностью запрет для индуистов не пересекать океан и так далее. Только так можно было это все прорвать, потому что все закостенело. Так и здесь сейчас происходит. Это жестко. Да, пожалуйста, еще 2 минуты. То, что Гражданович говорил о единой био-геохимической, это, ну, я вас так помню, что и Павел Флоренский тоже использовал этот термин. Они переписывали с Вернадским, и Павел Флоренский, когда познакомился с учением о биосфере на сфере, он предложил в проработку этого учения. Вернадский только образ дал. В последние годы вот это несколько слов о ноосфере, там у него эта книжка. Книга была выбрана, он подготовил учение биосфере на сфере, более детально прорабатывая химию костного вещества и особенно живого вещества, как трансформаторов и трансмутаторов. А вот до слоев на сфере не дошел. А Флоренский, поскольку его эти материи духовные занимали очень сильно, кроме научных, он предложил ввести понятие пневматосферы, особой сферы отложения вещества искусства высших накоплений. То, что вот как раз мы видели у Рембрандта, который описывает Святослав Николаевич. Святослав Николаевич говорит, что произведения искусства – кладовые великих энергий, которые могут целые год поколения отложить. Произведения искусства аккумулируют это все. Это сочетается с словами отца Павла Флоренского. Ну, да. Нервную сферу Флоренского предложил, а он действительно использовал вот этот термин био-гео. Вернадский, да. Вернадский, да. Флоренский только в контексте этого предложения. Он не использовал, насколько я знаю, этого термина. Если уже говорить о сфере, то, конечно, тут нужно говорить о Этьяре Шардене, который высший слой на сферы назвал Христосферой. Да. И там уже дается трамежный центр стремительной силы, это пульсация. Через эту пульсацию разворачивается циклический забор. Это тоже, если хотите, обращает нас к этому пахтами океана, творцами великими. В науке, в искусстве, в религии. У меня тоже есть вопрос. Если мы говорим о древних цивилизациях, то речь идет о синкретизме, о синтезе науки, искусства, религии. Ну, работа со студентами, скажем, химиками, синтез молекул, они сразу скажут, что это наука и искусство, и будут обосновывать и правы. Я могу добавить, что там, где заканчивается наука, начинается философия, и я добавлю вот эту струю синтеза, а вот как быть с религией? И еще могу, скажем, добавить современные формы синтеза, по вашему мнению, синтеза культуры. Вот наука, искусство, без сомнений, философия, а вот религия. Ну вот о том, что наука, что наука становится искусством, искусство становится наукой, говорил Николай Константинович. Это вот это оплодотворяет этот синтез. А ну вот на Востоке, где эта целостность философии и религии больше сохранена, чем на Западе это распалось.
Елена Ивановна вообще говорила, что вся западная философия – это только отголосок, это эхо, только восточной философской мысли. Там нет такого разделения внутри самой религиозно-философской основы. Но когда мы говорим вот, значит, о синтезе, как причастно вот этот вот организм, что ли, этого синтеза науки, искусства, религии, через что это можно религиозное начало найти в химическом каком-нибудь процессе, получения какого-нибудь нового вещества. Ну, это один из примеров. Это хороший пример. Да. Так вот, квантово-механическая реальность как раз и подводит нас к этому, на уровне микромира. А открытия в астрофизике подводят к этому же самому, на уровне макромира. Где это сознание, которое несет религиозную основу? В атоме самом. Атом, без которого не было бы ни молекул, без которого бы не было форм проявленных в виде там, минералов и всего остального, и органической химии там тоже самое не было. Вот, и нефти это самое, которое вот отдельный разговор, человечество дошло даже не такой, что не воспроизводит духовную энергию, а выродился слой, который начинает потреблять у Земли эту энергию, понимаете? Это тоже антиэволюционный процесс, то, что мы сейчас наблюдаем, как выкачивается там нефть, газик пропадается. Так вот, в самом атоме уже заложен дух. В самом атоме атом, соединяясь в молекулу и дальше в какие-то конгломераты форм, он уже требует выражения духовного начала. И в таблице Менделеева мы будем видеть более духовные, если угодно, элементы, и менее духовные элементы. И в конце таблицы Менделеева уже возникают радиоактивные элементы, которые светятся, отдают уже себя, понимаете, свою материю отдают, порождают новые элементы. Это новая жизнь совершенно. Когда Мария Склановская и Кюри, когда они открыли радий, они были поражены просто этим, что рождается на глазах новая жизнь. Новые цепи целые рождаются от элементов из распада радия, из распада урана рождаются, ряды целые рождаются, и каждый имеет свою жизнь. Да. Огненная составляющая бытия относится к атомной природе, астральная составляющая бытия, тонкая материя тонких планов относится к молекулярной природе, к межмолекулярным связям, к межмолекулярным энергиям, которые кристаллизованные формы уже, более конденсированные формы этой энергии, создают нами, видимо, формы тела и так далее. Поэтому живое вещество, которое имеет дело с энергиями на молекулярном уровне, биохимическими энергиями, а иногда и с атомарными уровнями, потому что на самом деле у человека происходит термоядерный синтез холодный. Об этом, понимаете, есть просто заповеданные, как бы, недозволенные стороны науки, о которых не принято говорить. Но на самом деле изотопы фосфора в глазах начинают меняться и так далее. Уже это есть, работа Казначеева говорит об этом. Так вот, когда сознание входит в эту материю как человек, тогда уже выявляются, более сильно выявляются свойства и огненного мира, и тонкого мира. Когда это делает химик в лаборатории, практически делает химик в лаборатории, от его психической энергии, как это не покажется науке крамоль, зависит, каким свойством будут обладать некоторые наиболее подвижные формы материи, которые он создает, особенно в органической химии. Гомеопатия это хорошо знает. Может быть, поэтому не случайно нарушились на гомеопатию. Когда химики станут алхимиками, они объявят физику. А это будет когда ученый будет сознательно менять свою внутреннюю природу, чтобы он мог быть. Он мог этот повторить сознательно этот самый океан добывать амбриту. Да, пожалуйста, хотел спросить, вы еще холодный термоядерный синтез, который происходит в организме человека, он управляем или тоже? Процесс, извините, сначала. Холодный термоядерный синтез, вы сказали. У большинства это, конечно, у большинства стихийно, у йогов. А это не управляем тоже, да? Это стихийный процесс, он зависит от того, какой потенциал сознания набрал человек. Зависит от энергетики, конечно, человека. Но йоги могут сознательно управлять. Или люди
владеющие, сознательно владеющие психической энергией на разном уровне ее проявления. Чаще всего, да не только с травоядным синтезом, а просто с изменением быта вокруг себя, с изменением отношений между людьми, с построением семьи, действовать стихийно, а не сознательно мыслью, как инструментом мощнейшим, не работает. А мысль творит мир. Можно сотворить прекрасный мир собственным окружением. На это направлено и зов братства к созданию общины, но создание общины лежит через общинное сознание, а община – ступень к братству. Без этого нет эволюции. Это делает сознательная мысль, это делает культура. Вот еще у меня вопрос в названии Джордано Бруно и да Винчи. Разные отношения к природе и к творчеству. А вот если иметь в виду современную науку, современные технологии, может быть, сегодняшнего дня, на перспективу, то можно было бы сравнить как-то отношение к современному творчеству? Два подхода. Два понимания природы и творчества, роли человека в творчестве. Понимаете, если мы посмотрим на то, что сейчас происходит, через два века мы увидим совершенно другие скорости, как бы это, скорость огромная. А мы, тем не менее, мы живем в это время. Ну и, по крайней мере, наша историческая память может революцию включить, которую мы там не застали, предположим, позже родились. Так вот, эту материю, которая преобразует человеческое сознание, дух, через открытие в той же науке, вот застрял на уровне техносферы, если говорить о 12-м. Мы застряли на уровне машинной цивилизации. Мы стали рабами машин. Почему рабами стали? Да потому что духовные мощи творческого самовоспроизводства и самосовершенствования, она была подорвана. Это, вспомните, лучшим в свое время лагеря ссылали, ссылки ссылали. Самые яркие личности пострадали. До этого то же самое, похоже, на другом витке спирали было в времена инквизиции, когда фактически под видом церкви и служения Богу был сатанизм. И поэтому это не просто там ведьм, понимаете, там многих достойнейших творческих людей с незаурядными способностями. И что очень важно вот в этом контексте, почему происходит вот такой вот застой? Периодически такой застой. С одной стороны, это аккумуляция энергии пружины, которая может прорваться. Ну, как я говорил, например, в Советский Союз в стол писали, не будучи уверенным, что когда это опубликуют, стихи там, картины и так далее, умирали там просто как Филонов, там просто с голоду умирал художники. Понимаете? А с другой стороны, аккумуляция этого. А с другой стороны, работает, с другой стороны, работает механизм сближения миров. Он имеет тоже свою пульсацию. Без понимания волн, биений, сближения миров не понять, что сейчас происходит на Земле. Политики не в состоянии этого понять. Ученые, которые отказались от исследования тонкого мира и тонких энергий, не в состоянии прояснить картину, что происходит на Земле. И поэтому нету ни у какой практически страны нет стратегии на будущее. Поэтому искусственно пытаются найти национальную идею. Один одно, другой другое, третье предлагают. А есть эволюционные законы. И сейчас огромнейшее влияние на всю жизнь планеты оказывает сближение миров. Их биение между собой. Отсюда, как и было предсказано, возникают психические эпидемии, многое заразное, одержание возникают. Отсюда возникают и другие прекрасные возможности в более высоких сферах. Мы уже можем находиться в других мерностях, мы можем находиться в других пространственных отношениях теми качествами сознания, если они развиты. Мы можем видеть, например, наблюдать, как если концентрированная мысль у кого-то тут же создает условия, что приходят книги, приходят знаки, подтверждаются какие-то события. Открываешь книгу, и как раз подтверждение своей мысли вы находите. Ваш знакомый звонит, который вам не звонил там полгода, и в чем-то дополняет то, что вы о чем раздумывали и думали.
Так Святослав Николаевич говорил про связи с алхимией. Святослав Николаевич говорил, бывают периоды, когда человек подготовлен к какому-то открытию важному. И тогда внезапно появляется незнакомый кто-то, вестник какой-то незнакомый, который дает ему подсказку. У Николая Константиновича много таких случаев было. Понимаете? Это что? Это другое отношение с бытием. Это уже работа в других, более высоких, просветленных состояниях и планах бытия. Так сейчас это возможно для всего человечества. Кто не готов, тот боится этого, тот сжигает этим, понимаете, сжигает энергией. А кто готов, тот начинает радостно открывать эти возможности и идти по этой лестнице иерархической, осваивая другие миры. А там живые все, там живые сущности в этих мирах. Куда уходят герои литературы, искусства? Где они находятся, как образы? Это и есть эти наслоения, как я говорил, Флоренции, они живые. Вы говорите, что наука отказалась от представления о тонких мирах, а разве когда-нибудь она принимала эти представления? Похоже, что наоборот, современная наука как раз подходит к представлению. Но почему? Не только современная наука, все это спираль была, а тот же самый Ньютон занимался алхимией, просто в Тайне там 30 лет занимался алхимией, на профиле философы занимались. Самые герметисты занимались, ну, были алхимии, алхимии. И астрологии тоже, и расшифровкой пророчества, и тем самым нумерологией занимались. Другое дело, что это не было так разделено, как вообще не знаю. Дело как бы в сферу науки. Да, да, не выделилось это. Но когда выделилась сфера науки, она несколько искусственно выделилась. Она несколько амбициозно выделилась, понимаете? Они выделили слой, в котором допустимо научное знание, а другие знания недопустимы. Да. Поэтому Вивекананда, например, очень критиковал эту амбициозность научности и говорил, что наука без религиозной составляющей философской неполноценна и обязательно должна прийти. Через что она приходит? Это ответы на ваш вопрос. Вся наука приходит к религии и к философии, через выйдя на атомарный уровень, выйдя на духовный уровень самой материи. То, что я начал с чего? Материя будет побеждена материей с помощью своего духовного происхождения. Наука вспоминает духовное происхождение в микрокосме и в макрокосме. И все, и никуда не деться. И оказывается, та парадигма, которая этого не предполагала, трещит по швам. А отсюда, как следствие, многие проблемы научной организации и научных институтов возникают. В этом причина. А не просто из того, что денег не дают. Понимаете? Культура может изменить самого человека естественным способом. Решить все проблемы человечества. Не нужны будут ни тюрьмы, если будет в них красота, если будет душа другая. Проблемы терроризма, проблемы заболеваний, проблемы войн. Это все решает культура, создавая нового человека. А ни оружием, ни деньгами, ни ложью это делается. И не конфронтация между различными политическими группировками и кланами. Мы возвращаемся к тому, что Сергей Живой вспоминает старые истины. Еще вопрос есть? Вот хотелось бы еще сказать. Современное такое увлечение робота техники, роботизации. Все делают роботы. Ну вот об этом как раз хорошо говорил Владимир Григорьевич Буданов, если вы были на круглом столе в общественной палате, да, он говорил об этом. Это что происходит вот в контексте того, о чем мы говорим, в контексте вот ноосферно-биосферных процессов и фрейков. Вот этот слой техносферы нужно закрепить не просто вот машинной, механической цивилизации, как ее называл Николай Константинович, а цивилизация уже стала магической, потому что машинные средства, они стали уже изощренными. Возникла электроника, возник интернет, начинается вот эта вот чипизация и так далее, контроль повсеместный, манипуляция сознанием начинается, управление сознанием начинается. То есть цивилизация становится магической. И когда погружаются творческие возможности исследователей, инженеров, погружаются и отдаются машине, тогда возникает Франкенштейн.
подобие человека, искусственный человек. И он, естественно, становится конкурентом. Он вытесняет силу своих возможностей человека. У него больше возможностей, чем возможности у физического тела человека. Но если мы вспомним работу Павла Флоренского «Органопроекция», которую он говорит о более важных сущностных, психических и духовных сторон человека, об этой работе он говорит о том, что наши органы чувств через приборы продлеваются, как бы. Ну, микроскоп можно продлить, телескоп можно продлить возможность зрения и так далее. Но есть духовные возможности, разворачиваемые беспредельно. Это знает йога, высшая йога. Это знает духовная алхимия. Без этого нет будущей науки. Почему еще этот вопрос застревает? Да потому что у человечества есть определенные сроки рождения новых органов восприятия прекрасного и творения прекрасного. Есть эволюционные сроки. И пробуждается у детей нового сознания, как мы их называем, из света, пробуждаются у некоторых наиболее отличных людей эти интуитивные способности. Точнее, это чувство знания, как говорит учение живой этики. Чувство знания – это не только интуиция, это концентрация, это апперцепция, это способность к синтетическому восприятию мира, это возникновение другой немеханистической логики, это схватывание образов, как иероглиф, понимаете, сразу несет весь целостность. И это, конечно, прорыв в другую реальность. Вот таким примером, который делал этот прорыв в науке, выходил за просто голую механику, а не становился рабом этой машины, не пытался, значит, своей энергией эту машину сделать еще более могущественной. Был Никола Тесла. Это и доктор науки. Он эту материю сам описывает, потом плавил эту материю духом, выявлял в ней формы, говорил, что будущее человечество научится своей энергией этой материи сознательно управлять на разных уровнях. Он это делал, но в голове все это было. 20 там, или 30 лет он безошибочно имел все чертежи, все процессы в голове, которые он воплощал, безошибочно. Значит, это возможно для всех. Еще есть вопрос? Ну тогда я думаю, благодарим. Да. Спасибо.